Мы надеемся, что представительные органы, депутатские органы будут и впредь работать над решением главных нашей задач – это развитие экономики наших территорий, их дальнейшее процветание и, самое главное, растущее благосостояние наших жителей. Поэтому это главную задачу, которую мы сегодняшний день ставим перед собой и перед нашими представительными органами местного самоуправления.